Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, давай заберем пак. Бесплатный. Так, монеты Удина. Древоруб, громобой, ужасное чудовище. Так, и немножко рун дали нам. Так, сезонный абонемент на рынок. Подожди, какой там на рынок? Не надо нам никакого рынка. Давайте нам просто вот так вот. Смотрим. 150 тусклого интерия. Так, давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Наших легендарочек проверим. Блин, а я этого, что ли, не отправил на поиски? Ёк-макарёк, серьезно? Рэй, ну как так-то? Похоже, что действительно я его не отправил. Забыл. Просто забыл. Так, у нас еще даже половина драконов не вернулась, если честно. Эть. Рыбы-то маловато будет. Маловато, говорю, рыбы-то будет. Чуть-чуть не хватает. А, нет, друзья мои, я его отправил. Просто, оказывается, время еще не прошло достаточно, чтобы он пришел с этим, с уловом, так скажем. А то уж я думаю, как так-то, вроде бы отправлял. Так, ну что, здесь нам выпадет? Тут выбор невелик. Тусклый янтарь, либо железо. Да-да, по минималочке дают, ребята. По минималочке. Ладно, мы эти две руны с тобой тратим, опять же, на поиски. Пускай летит. Древоруб, давай-ка за древесиной. Так, смотрим, что у нас тут еще. Что у нас тут еще есть? Да, много драконов не вернулось, как ты видишь, еще пока. А этого отправляем опять на поиски. Так, древоруб, нечего там стоять, смаковать. Косолом, давай тоже дуй. Забираем наш блестящий янтарь. У меня хватит еще на отправку, нет? Не хватает. Так, сарделька. Яйцо. Я думал, что будет шестеренка. Так, отступление какое-то. Не знаю, придумала там. А здесь? Опять же выбор невелик. Либо руны, либо шестеренки. Опять по минималке. Вот когда темное, ребята, это максимальное количество. Когда светлое, это минимальное. Так, давай, Барсик, мы тебе отправим дальше в приключение. Кривоклык. Ну, тут тусклый интерь, понятное дело. Бегство. Побежал. И Грамгильда. Грамгильда вместе с Астрид. Гнев. Так, Йохан, у тебя что? Нифига, я тебя брать не буду ничего. Перебьюсь. Ну, по-моему, тут, друзья мои, все, всех отправил. Можно смело идти на события. Так, вначале давай, наверное, заберем здесь награду. Заберем награду, заберем. Откроем пак. Крылатый ужас, Престиль голов, ужасное чудовище и Роза ветров. Последний пак. В следующей серии, ребята, буду набивать уже паки, судя по всему. Так, подожди, давай-ка мы найдем еще свечку. Свечу. Которая будет через 4 часа только доступна. А что тут забрать? Ага, забрать. Конечно, забрать.
Обманочка. Так, ладно, ребят, события у нас. Надо. Слушай, а тебе не кажется, что... Я думал, что события... что мы с тобой события пройдем сегодня. Оказывается, там 3 дня на прохождение, а не 2, как я думал. Вот оно что. И уже 3 волны, кстати, будет. Что такое-то, опять горло заболело, а? Ну давай. Я буду выносить, ребята, чудовище. Он мне не нравится. И в то же время не забывай, что у нас 3 волны. Чего? Да давай завязывай, парнишка. А, чуть-чуть не хватило. Ну, у него не будет разбега, он просто сейчас бомбанет. Но сильно. Так, 2-я волна из 3. Промахнулся, так тебе и надо. Давай, наверное, хильнемся чуть-чуть. Ну почему ты такой кривоклык? Я не знаю, от тебя толку, как от козла молока. Ну вот серьезно. Пора, наверное, нам, ребята, его менять. Но опять же, я уже не один раз говорил, ребята, на кого менять? Было бы на кого. Давно бы уже сменил бы. По уровню у нас просто, ребята, никто не подходит по уровню. Вот барсик 17-го, эти 19-го, 18-го, все. То есть, как бы, ну... Нет смысла, последняя волна. Так, я, наверное... Ну, я все-таки с этого начну. Ты еще вытворяет. А теперь представь, если он делает из 3 фаерболов удар. Просто он мог бы с 3, ну, со своей ульты вынести нам барсика в легкую. До свидания. Так, мы запустили колесо и получаем с тобой древесину. 187 миллионов древесины, ну, в принципе, нормально. Так, у нас мини-босс. Так, вот это уже интересно. Сколько волн? 2, 3. Так, он один. Значит, 3 волны, скорее всего, будет. 3 волны, ребята. Так, ладно. Кто это у нас? Рогобой, да? Сейчас мы этого рогобоя в труху. Он у нас еще и танк при этом, при всем. Кривоклык любит танков у нас. Так, лаворыга я пока трогать не буду. Вот, от него толку все равно никакого нету. А вот пристиголовый, да, бесявый. Поэтому надо будет его раскручивать в первую очередь. Барсик добивает. А мы сделаем вот так вот. Понижаем ему защиту. Кривоклык кусает. Следующий ход, наверное, мы все-таки хильнемся. Так, хиляемся и добиваем. И последняя, 3-я волна. У нас здесь громобой и ужасное чудовище. Начну я, пожалуй, с ужасного чудовища, потому что громобой я буду очень долго ковырять, так как он танк у нас, но еще и мини-босс. Поэтому начнем, что полегче. Давай не так, давай, наверное, просто укусим. А здесь сделаем вот так. Угу. Смотри, какой живучий, а. Живее всех живых. Давай еще разок. Кривоклык, добивай его. Молодец. Так, очередное колесо. И выпадает нам опять древесина.
Но это уже максимальное количество. Забираем ареновский пак. Штарморез, чудовище, пристиголов. И все. Такс. Опять три волны. Опять три волны. Ну, поехали. Ну и все, в принципе, этот парень доигрался. Так, здесь у нас опять этот чудище лесное здесь находится. Но он не жилец, все, можно сказать. Его песенка спета. Ну что с мышкой-то опять? Ну ядрен матрен. Надо поискать, ребята, мне мышку. Новую взять. Уже запарило вот это вот подклинивание. Готов. Так, и последняя волна. Хотя еще раз, ребят, говорю, может быть и не в мышке дело, а в коврике все-таки. Такое может быть. Так, ну что, костолом, что ты там укусил, да, молодец. Все на одного нападают. Хильнемся. Укусим. Ну, все, я думаю, барсика и штормореза будет достаточно, чтобы его... А, нет, нифига. Давай, кривоклык, добивай. Очередное колесо, и выпадает нам опять древесина. Меня сегодня решили ей закормить, что ли? Так, а получается, что мы, ребята, возьмем загадочный пак. Так как у нас энергия не накопилась, одна штука, да? То есть, получается, сегодня будет 4 поединка вместо 3. Ой, вместо 5. Да. Мне вот просто интересно, успею ли я пройти вообще это событие? Я завтра ухожу на работу на весь день. Надо посмотреть, сколько у нас осталось по времени. Так, тихо. Команда не очень хорошая здесь. Я бы даже сказал, очень нехорошая команда. Еще вытворяет. Правильно он бьет. По пониженной броне. Куда же он еще может бомбить? Только туда. А это сейчас фаерболом мочканет. Ух, как это неприятно было, а. И больно. Поехали. Давай так сделаю. Уклонение. Это хорошо, ребята. Вот этого надо контрить. Контролировать обязательно. Иначе он может такие сейчас фокусы вытворить, что мало не покажется. Что мало нам не покажется. Ну вот. Вот, парнишка, ты целиком и полностью будешь нашим. Сейчас только криво... Блин. Вопрос. Почему мы не накопили? На слепоту. Я как бы на нее рассчитывал. Ну вот, давай слепоту на него повесим. И, в принципе, можно будет спокойненько его здесь разбирать. Он тут уже нам ничего не сделает. Гасим. И опять древесина. Ну, это какой-то парадокс уже. Просто одна древесина нам навыпадала. Так, ну что, где тут посмотреть-то у нас?
Подожди, куда ты? Куда ты? Два дня, два часа. Два дня, два часа. Ну, в принципе, ребят, можно успеть попытаться. Если, как говорится, повезет. Так, зачем? Что еще? Древесину, да, мы отправить за древесину вот, вот этого. Лети. А этот у нас только за рыбу пойдет пахать. Никто не хочет у нас там прокачаться, нет? Сколько ты? 125 за 450 миллионов рыбы, ребят. Ну, неплохо. Прикинь, этот 686, а этот 450. Разница, по-моему, ощутимая. Еще плюс на 20 железа больше он приносит. Так что, сам понимаешь. Больше у нас никто, ничего. Страхокол, камнелом. Так, сезонный абонемент. Так, забрали награду. Ну и все, друзья, получается на сегодня, да? Я не знаю, завтра попробуем. Если я успею после работы и вообще, если будут у меня силы, то... конечно, поиграем. А если нет, ну, ребят, что я могу сделать? Нет, так нет. Что там, кстати, за награда-то у нас? Ну-ка, покажи мне, пожалуйста, что у нас там? 250 рун. Ну, ты знаешь... я не расстроюсь, если мы не пройдем. Но хотелось бы. Так, друзья мои, ну что, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.